Готовка с пирог. Готовка с пирог. Новый блог. Влог. Блог. Куда мы едем? Мы едем к тусовке. К собачьей тусовке. Каспирог, все ради тебя. Ребята, мы тут едем, и по пути видим всякие руины. В одни из них мы хотели заглянуть, но там была бешеная собака, мы с Каспером, так что у нас не получилось. А тут, смотрите, древние захоронения. Так, аккуратно идем по траве. Где маки, там и змеи вообще. О, прям просто ни указателей, ничего нету, просто посреди поля. Какие-то памятники. Сейчас пойдем. Так, ребята, мы доехали, но на входе написано No Poop and Pee, поэтому мы на всякий случай выгулим Каспера, чтобы он сделал Poop and Pee не на территории этого парка. Тут очень живописно, кстати, поэтому прогулка в удовольствие. О, господи, мастифчик. Мастифчиков я тоже боюсь даже. В общем-то, еще и дождь начался, но вполне тепло. Нас все устраивает. Ту дорогу, которую мы проделали. Ну ладно, да, если что, уберем. В общем, добираться до сюда крайне сложно. Там есть участок дороги, где нет пешеходной зоны, и огромное количество машин едут просто без перебоя. В общем, было немножечко не очень приятно, но остальная часть дороги очень живописная, и вот руины, собственно, мы встретили, тоже классно. Так, ну что, ребят, начался дождь, поэтому мы пойдем внутрь, посмотрим, что там. Пустят нас, не пустят. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Привет. 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 Ребята, тут весело, тут целая компания. Привет. А ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такая? А кто тут ко мне пришел такой симпатичный маленький малышник? Самый активный здесь житель. Привет! Медведик тут отдыхает такой. Ты жирнюга. Разбудила. Разбудила. Какая красота, смотрите. Площадки. С погодой нам, конечно, не очень повезло. Вот кафешки. Ну, столики, где можно сидеть, пока собаки играют. Так, пойдем. А здесь такой пес боится, не хочет с Каспирком играть. Такой большой, боится. Хотят поймать, чтобы отвезти обратно, и не могут, он бедный боится. Каспирог, ты так же от нас убегаешь вечно, да? Не поймать тебя потом. Жизнеутверждающе. А
кто там такой красивый, такой высокий стоит? Он не хочет сидеть, он хочет играть. Ах ты какой. Давай, Алик, Каспер. Молодец, хороший. Мы пьем кофе. Пирог пьет свой кофе. Сервис. Все пьют. А я пью вот это. Каспер, ту! Прогулка удалась. Да, просто скажи, как я упала. Это было красиво. Почему ты не заснял? Тут у Каспирок сразу подошел ко мне.